Специально запишу по-русски, чтобы было, блядь, понятнее. Шо, ребята, как дела? Шо, тиха украинская ночь, да, как говорил великий украинский писатель Гоголь? Все ли у вас хорошо, ребятки? Нравятся ли вам наши байрактары? Как вы думаете, что это над вами сейчас летает? Как вы думаете, что это шуршит в кустах, пацаны? Какие у вас есть мысли по этому поводу? Чтобы это могло быть, блядь. Ребятки, он пиздец. Вы сейчас остановились. У нас все хорошо. Мы подтягиваем резервы. У нас есть авиация. У нас есть танки. У нас есть все. Вам жопа, парни. Давайте так. Сдавайтесь нахуй в плен. Пока есть такая возможность. Многие ваши уже выбрали этот путь. Он не самый херовый на самом деле. Мы с пленными... Возможно, это ошибка, но мы к пленным относимся довольно хорошо. Поэтому сейчас вы стали, а дальше мы начнем вас гонять. И делать мы это будем прямо сейчас. Поэтому используйте свой последний шанс.